Доброе утро! Если в каждой шутке есть доля правды, значит, недалека от истины шутка о том, что самый пунктуальный человек воскресным утром – сосед с электродрелью. Этот гаджет, правда, может доставить дискомфорт окружающим, но ведь пользы от него куда больше. Сверлить отверстия в твердых материалах люди начали почти 500 000 лет назад. Осколки камня или вулканического стекла обсидиана крепили на палки, которую вращали между ладоней. Примерно в 12 веке до нашей эры появилась лучковая дрель, в которой сверло приводилось в движение уже не ладонями, а приспособлением, похожим на охотничий лук. С развитием металлургии в Древней Греции, а после и Риме, отверстия проделывали уже металлическими сверлами. В 20-х годах 15 века во Фландрии создали первый в истории коловорот – инструмент, в котором ручное вращение ручки передается сверлу. Коловороты дошли до наших дней почти без изменений. Прообраз электрической дрели впервые упоминается в 1868, когда дантист Джордж Грин применил в своей практике агрегат с двигателем, гибким валом и наконечником. По сути, это первая бормашина. Наконец, в 1889 в Австралии сверло и электродвигатель впервые совместили в одном устройстве – электродрели. А спустя 6 лет в немецком Штутгарте инженер и предприниматель Вильгельм Файн наладил серийное производство дрели для строительных работ. Вначале гаджет был двуручным и довольно громоздким. Это исправил американец Дункан Блэк. Он вдохновился конструкцией популярного пистолета Кольт и сконструировал первую ручную портативную электродрель с одной пистолетной рукояткой. Со временем дрели множество раз видоизменялись. Аппарат с ударным механизмом, перфоратор, служит не только для сверления, но и долбления твердых поверхностей. Есть и миниатюрный ручной шуруповерт, который легко вкручивает шурупы и саморезы. Внешне они отличаются, но в их основе все та же конструкция первой австралийской электродрели, которая была придумана для горнодобытчиков. Ее разработал шведский инженер Артур Джеймс Арно. Он серьезно упростил строительные работы и, конечно, изменил мир.